Друзья, всем привет! Такую статью сегодня нашел для вас. Чулпан Хаматова пожаловалась на неподобающие условия во время выступления в американском городе Сан-Франциско. Так, давайте посмотрим, что же ей там не понравилось. Вроде бы уезжали из России с легкой душой, да, и считали, что у них все будет шикарно. Что произошло? Известная артистка театра и кино, народная артистка Российской Федерации Чулпан Хаматова. Кстати, странно, почему еще так ее называют. Я думал, что ее уже всех званий и регалий решили. Но, видимо, еще нет. Она накануне представила свое новое интервью Ксении Чабенко. Она сообщила о том, что совсем недавно выступала перед многочисленной аудиторией в Соединенных Штатах Америки и чуть не замерзла на сцене во время этого спектакля, поскольку в помещении стоял лютый холод. Об этом сообщают журналисты новостного онлайн-издания. Чулпан Хаматова в этот раз пришлось выступать на сцене американского города Сан-Франциско в спектакле «Орфей». Программа выступления была построена таким образом, что в ней были стихотворения и российских поэтов, и в том числе. Актриса акцентировала внимание на то обстоятельство, что она очень благодарна всему зрительскому залу города Сан-Франциско, который внимательно смотрел и слушал всех артистов. Еще Чулпан отметила, что температура в здании на тот момент была не очень комфортной. И вот что она говорит. «Топили почему-то страшно люто кондиционеры. Я боялась, что у меня от холода будет дрожать голос». Напомним, что актриса Чулпан Хаматова в 2022 году покинула Российскую Федерацию. Недавно она неожиданно призналась в интервью, что намерена побыстрее завершить свою актерскую карьеру. Ну, потому что понимает, что за границей уже ей ничего не светит. Также Хаматова рассказала Ксении Чабаченко о различных аспектах своей деятельности, в том числе и о театре. В ходе беседы Чулпан, в частности, призналась, выходя на сцену, она жалеет, что стала актрисой. То есть, друзья, знаете, она дает своим слушателям, своим зрителям, своим поклонникам понять, что если бы она актрисой не была, если бы она не обладала такой популярностью в Российской Федерации, то, возможно, она бы сейчас до сих пор оставалась на родине. Но в какой-то момент, видите, она сказала то, что не нужно было говорить, высказалась и, по сути, перечеркнула всю свою карьеру. Конечно, я думаю, что за всю жизнь она заработала себе некий капитал, и не будет у нее проблем. Скорее всего, есть какой-нибудь пассивный доход, если, конечно, там квартиры, дома, которые есть в России, у нее не отберутся. Но человек осознал, что нужно было вести себя более корректно, потому что предательство в данный момент времени, конечно, не прощается. Для всех это, опять же, для всех нас определенный пунктик, да. Вот, Дмитрий Назаров, например, которого уволили из МХТ имени Чехова, это до последнего не понимал. А сейчас тоже остался без работы. Поэтому высказываться можно, высказываться нужно, но нужно это говорить очень корректно, без издевок и без издевательств. Потому что время такое, понимаете? Скажешь сейчас, через два дня про тебя все забудут. Вот Дмитрий Назаров, да? Он сказал, он написал там серию частушек, песен, поиздевался над русским обществом. Раз промолчали, второй раз, а на третий раз уволили из МХАТа. Что он добился? Сейчас вы скажете, ну вот он хотя бы сильный человек, который не молчит, и вот он высказал свою позицию, а вы все там сидите, язык в попу засунули и молчите. А мы не молчим, друзья. Мы также общаемся, мы также делаем выводы. Просто смысл нам-то своей жизни калечить ради чего? Кто это в итоге оценит? И Дмитрия Назарова завтра все забудут, понимаете? А свою жизнь он испортил. И смысл. Если все наверху уже, высшим руководством всех стран, которые в этом всем участвуют, то уже все давно оговорено, и они все знают, чем все закончится, просто мы этого не знаем. Так что зачем тогда себя поддавать какому-то унижению и уничтожению своей личности. Не знаю, это лично вот мое мнение, да. Оскар Кучеров у Дудя тоже решил высказаться, тоже как-то проявить свою инициативу, а сейчас его хейтят.
Хотя, в принципе, человек просто высказал свое мнение. Вот он так считает. Это вот его личное мнение. Захейтили так, что он там и не знаток военных позиций, и не знаток военного дела. И так... А почему он должен быть знатоком? Он просто обычный человек, у которого просто свое мнение. И он согласился на это интервью. А уж правильно или нет, это не нам решать, потому что не скоро мы узнаем всей правды. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно переходите в мой телеграм-канал Кузьминов и берегите себя.